Давайте поговорим о депрессии, причины возникновения депрессии, куда она идет, к чему она ведет и как можно от нее избавиться. Итак, причины депрессии. Что такое депрессия? Что предшествует, во-первых, депрессии? Да? Предшествует эмоциональное выгорание. Сначала нету желания что-то делать, нет тонуса, либо может быть какая-то трагедия и чувство вины, которое вызвано вот этой трагедией. Как, собственно говоря, какие симптомы? Постоянное вот это чувство вины, сожаления, хочется вернуться, что-то там изменить. Вот это самоковыряние, самокопание, самогнобление себя. Человек использует там всякие антидепрессанты, ходит к психотерапевтам, к психиатрам. Его подсаживают на еще большие депрессанты, антидепрессанты точнее. Вот, этот круг замыкается, надо будет все тяжелее оттуда выбираться. Уже из этих антидепрессантов выбраться все труднее и труднее, то есть как бы колодец становится все глубже и глубже. Как вообще не попасть в антидепрессанты, как вырваться из этого? Ну, во-первых, причина, да, самое главное, почему возникает депрессия, это предательство себя, предательство своего духа. Потому что когда в теле нет хозяина, нет духа, то в него заходят всякие психотравмы, психоэнергоинформационные вирусы. Это могут быть прямо-таки просто программы, а могут быть с одушевленным. То есть могут быть и души усопших, и могут быть заходить, ну, например, даже это может быть человек пережил операцию под наркозом, и в этот момент где-то в соседней палате или по больнице кто-то где-то умер, вот, и душа может, недолго думая, прямо запрыгнуть в того, в кого можно запрыгнуть, а как раз самое лучшее состояние, это когда, ну, в человеке нету в этот момент духа, и как раз под наркозом это вот самое лучшее состояние, ну, зайти, да. А также это могут быть с какой-то ерунды может начаться, то есть усиливается это еще и вредными привычками, такими как алкоголь, какие-то могут быть там и наркотики. Как выбираться? Ну, надо возвращать дух в первую очередь. То есть надо, чтобы вернулся хозяин в тело. А так, в общем-то, как вариант, есть еще один способ. Это регрессия. Это в регрессии зайти в событие, которое послужило причиной того, что дух вышел, да, причиной того, что вот у человека возникла психотравма. И, собственно говоря, там перезаписать эту ситуацию на положительный исход, и тогда эврика, то есть сорняк, если мы находим корень, выдергиваем корень, то все остальное, как карточный домик, просто схлопывается, и человек в течение нескольких недель, там постепенный подъем, вообще программа в среднем занимает там 8-12 сессий при депрессии. И я как раз вот тот человек, который гарантированно может помочь выйти из депрессника. Ссылка на мой телеграм здесь под видеороликом. Можете записаться на бесплатную консультацию, я проведу вам диагностику, покажу вам все ваши там негативные самоопределения, откуда причина вашей депрессии, и гарантированно мы вам ее уберем. Все.